Ребят, посмотрите, как здесь объезжает пробку. Вот парень едет вон на двенашке, едет задом вдоль пробки, лишь бы только объехать пробку. Представляете, едет его по встречке. Задом движется. Чтобы проехать пробку, а. Вот такие здесь хитрости делают. Остановился. Наверное, хочешь влезть передом теперь. Вот, видите, на двенашке паренек. Или на десятке. А, на двенашке. Во, поехал дальше опять. Опять погнал по пробке, гляньте. Задом едет. Блин, может аварию сделать. Фура, гляньте, какая. Ему пикают. Он едет задом и пробку пытается объехать. Это Кавказ, здесь такие законы и правила, ребята. Кто как ухищряется. Ну, кстати, парень молодец, изобретательный все равно. Хоть он так и едет не по правилам, но молодец, изобретательный. А мы с вами еле-еле тащимся в пробочке. Кустики, растительность. Какой-то город впереди. Вон он там еще едет, вон. За углом, сзади, ну едет, молодец. Ведь ничего не нарушает. Как будто по обочине едет просто задом, а. Все, всем пока. Такие моменты тоже существуют. Удачи.